Но ты же мертв. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики. С вами снова Гидеон, и это рубрика «Проходим Stranglehold», и сейчас вас ждет шестая миссия этой чудесной игры, и она начнется прямо сейчас. Вижу, яйца у тебя все-таки есть, поэтому давай поболтаем, пока мои ребята не вышибли тебе мозги. Чего хочешь? Мне нужна моя дочь. Тебе тоже? Так и популярная девушка, надо же. Слушай, легавый. Девчонка — мое оружие против Вонга. Она для него загадка. Он не знает, что ей известно и что она сделает. И пока она у меня, старику придется играть по правилам золотой трости. И что это значит? Мы вернем ему Тека, а он отдаст нам кусок Гонконга. Ты еще тупее, чем я думал. Думаешь, он вот так подарит тебе ключи от машины в обмен на Тека? Он человек чести. Он говорит, что верит в старые принципы. Он застрелил свою дочь. Где в этом честь? Дай угадаю. Он назначил место и время обмена и хочет, чтобы ты сам привез Тека. Я говорю с трупом. Я сохранил это для тебя. У тебя есть план? Ты отдаешь мне Тека, а я помогу тебе обезглавить дракона. Нет. Сначала отруби голову. Убери Вонга, и Тека твоя. Измени место встречи. Выбери более населенный район вместо его территории. Так будет проще уберечь Тека. Ладно, понял. Мой старый район Кавлун Шинцай. Я в той дыре все ходы и выходы знаю. Я позвоню, когда определюсь с местом. Остальным займусь я. Да. Это Ли. Золотая трость и коготь дракона готовятся обменять жертву похищения. Я уже в курсе. Просто скажи мне, где я... Нет, я разберусь сам. Ты нарушаешь слишком много правил, Текила. Тебе никогда в жизни не вернуть жетон. Да плевать я хотел на жетон. Мне нужна моя дочь. Ну что ж, дорогие друзья, вот так вот наши первичные противники становятся нашими союзниками. И теперь мы идем... за Вонгом. Но для начала нам придется преодолеть эти трущобы и разобраться с их обитателями, весьма привычными для нас. Пока что мы не встречаем никакого сопротивления, но я предчувствую, что оно сейчас начнется. Мы уже видим, кто-то убегает. И вот здесь вот мы встречаем... первое сопротивление. Ну, это был какой-то дилетант совершенно. Но зато он предупредил остальных. И у нас новое противостояние. Ну что, ребятки, поиграем по-жесткому. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Отлично. Все готовы. Хотя, да, тут была бочечка. Можно было бочечку рвануть. Да и хрен бы с вами. Так, куда нам нужно идти? Ага, вот сюда. Ух ты. Прыгаем скорее. Как-то я даже и не заметил, что снизу атакуют. Так. Есть, куда же ты лезешь? Все дилетанты. Так, надо перепрыгнуть на ту сторону. Нет, он не хочет. Ух ты. Да, вот это очень серьезные ребята.
Такого урона я давно не терпел. Эти очень хорошо наносят урон. Но у нас есть золотые пистолеты, поэтому это значит, что будущее нам, в принципе, обеспечено хорошее. Потому что золотые пистолеты срубают с первого выстрела. Так, тихо, тихо, тихонечко. Так, винтовочка у нас здесь есть. Один. А, здесь не прострелить. Тогда придется действовать как обычно. Бежать и стрелять. Это как в этом. Первый Left 4 Dead. Бежим или стреляем? Бежим или стреляем? Стреляем и бежим. Да, нужно делать все и вместе. А еще одна аптечка. Пока что она мне не нужна, я ее приберегу. А, здесь небольшое такое секретное место. Что же я ее схватил? Да, я ее схватил. Ладно. Килл сам решает, что ему брать, а что не брать. Где? Вот он. Есть. Так, куда движемся дальше? А, нам нужно обратно и по лестнице вниз. Стоп, а как мы пройдем? А, вот здесь вот. Вот здесь вот дорожка у нас есть. Да, трущобы. Миссия называется «Трущобы Кавлуна». Трущобы действительно, действительно огромные, жесткие, большие. Yes. Где у нас? Где? Отлично. И тут у нас внизу двое. Готовы оба. И даже еще парочка. Прихватим аптечку. Здесь была аптечка, я видел. Была аптечка. Ага, все, прихватили аптечку. Погнали дальше. Да, у нас есть гранатки. Это очень хорошо, это нам поможет. Очень классная тема — кинуть гранату, а потом в воздухе ее взорвать в замедлении. Ух ты! Ничего себе! Ха-ха. Эй, да ты еще живой. Воу! Вот это красота! Вот это красиво было сейчас. Вот это было очень красиво. Если не считать того, что я сейчас золотые пистолеты немножко потратил. Это было, конечно, очень красиво. Да. Джон Ву знает, как сделать хорошие, постановочные, красивые кадры. И моменты. Как использовать воду, ветер. Замедление времени, он просто король его. Так, прихватили штурмовую винтовку. Из нее, к сожалению, сейчас никуда. Отлично. Так, там еще кто-то есть, я вижу. Ага. Птичку тут так неразумно бросили. Да, почему я замечаю эти штуки, которые сверху можно обрушить? Только в последний момент. О, мы нашли еще золотой пистолет, отлично. А, кстати, вы заметили, у нас был всего один, теперь у нас их два. Собственно... Здесь я думал вообще, что когда берешь один, у тебя автоматически двое становится. Так, я слышу вдали какую-то сирену. Мне это совсем не нравится. Ух ты, вот это... Вот это вот... Снайпер! Есть! Да, снайперов нужно сносить очень быстро. Да, мы попали в трущобы, и, видимо, как раз... Сегодня тот день, в который назначен снос зданий. Блин, сколько же их бежит, нужно взять аптечку срочно. Фу, взяли аптечку, отлично. Движемся дальше. Снос зданий назначен, видимо, как раз на сейчас, чтобы нам не оставить ни единого шанса. Итак, еще один снайпер рядом с взрывоопасной бочкой. Да, как это логично с вашей стороны. Так, а это у нас что? Это у нас просто... Я не знаю, зачем это. Для того, чтобы, видимо, вот этим ребятам было удобнее меня, что ли, убивать. Я даже не знаю. Здесь надо пробираться. Мы видим, что в нас стреляют из ракетницы. И сейчас скорее нужно
убивать этого ракетчика. Потому что он нам всю жизнь бы испортил. И это уж точно. Эти парни наносят очень существенный урон. Ох ты, елки-палки, что это такое? Это они там, что ли, прокопались? Только выстрелы точные в голову лишают их возможности мне как-то серьезно навредить. Так, собственно, я должен, видимо, пробежать, пока здесь все не разрушилось, что ли? Давай, прорывай дверь, поламывай. Так, мы нашли здесь, похоже, просто журавлика. Еще пистолеты. Прыгаем. Так, похоже, да, взрывы, пол ломается. Нужно действовать очень аккуратно. Действуем аккуратно, как завещал дедушка Текила. Так, здесь у нас что-то пол вроде ничего, нормальный. Но вот здесь вот он рушится. Просто на глазах. И мы падаем вниз. Но в любом случае мы добежали. И здесь у нас новое место для побоищ. Ну что же. Где тебя черти носят? В центре внутреннего двора, поспеши. Будь осторожен, там полно драконов. Я заметил. У тебя есть 10 минут, чтобы добраться туда и убрать Вонга, иначе дело стукнет. Ну что, здесь у нас куча драконов. Первого же снайпера я сношу точным выстрелом в глаз. Остальные доставят мне немало проблем. Один. Второй. Так, прячемся. Ох ты, ё-моё, это просто какой-то кошмар, слушайте. Так, мне нужно опять за машину спрятаться. Потому что это невозможно. Вихря у меня тоже нет, ладно, я сделаю шквал. Потому что просто не знаю, как еще здесь справиться. Прячемся! Прячемся скорее. Снайперы, я не знаю, это просто какой-то ад. Из целей, из, я не знаю, из врагов. Их просто невероятно много здесь. Вот этот... Ой, стоят. Куда ты? Эй. А ты откуда взялся? Не было же тебя в палате царской. И эти еще из двери прямо выходят здесь. Блин, просто жесть. Мы куда-то забрались, где они прям респавнятся. Но, благо, что здесь... не хочу пистолеты тратить. Нужно найти оружие. Нужно подлечиться, но их просто здесь невероятное количество. Стоп. Никак, ничего не выкидывать. Да, мы его убили. Ух ты, ничего себе. Он еще и перекатывается. Так, выстрела у меня нету золотого. Но зато здесь есть аптечки. Ну, кошмар. Мне нужно скорее взять. Фух. Так, мы взяли ее. Есть. Теперь осталось убить снайпера. Или их там два или три, несколько снайперов. О, один точный выстрел в голову из пистолетов стоил целых двух обоим из МП-5. И здесь еще одни эти сволочи. Получи. Так, возьмем журавлика. Ух ты, пулеметы. У них пулеметы. А у этого ракетница. У этих пулеметы, а у того ракетница, вы понимаете? Понимаете, что это значит? Что они жестки, как...
жестки, как я не знаю что. Ой-ой-ой-ой, вот это патроны. Вот это в нас летят просто. Так, кинем гранатку. Есть. Так, опять у нас, опять золотые включились. Я не хочу их тратить. У нас, а, вот, все, винтовку взял. Винтовку взял, отлично. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Вон какая у него рожа удивленная. Так, давайте этот пулемет возьмем. О, вот это я понимаю. 180 патронов. Ну да, это то, что нам надо. Чтобы выйти, поднимитесь наверх в цитадели. Ладно. Куда-то, видимо, сюда. Да. Ох, здесь все взорвано. Можно даже взять гранатомет. Два патрона гранатомета. Три патрона гранатомета. Я даже не знаю. Знаете, сделать шквал из гранатомета. Вот это было бы просто шикарно. Давайте. Пулемет мы уже стреляли, а вот шквал из гранатомета у нас еще не было. Поэтому... Так. Куда-то подняться наверх нам нужно. Подняться наверх. Подняться наверх. Как же нам подняться наверх? Такие моменты, конечно, в шутерах очень... обескураживают. А, вот же лестница, что это я? Так, вот лестница, а дальше-то что? Ага, все, пошли. Похоже, папочка Тека не жилец. Огорчаешь меня, Юрки. Изменил место встречи в последний момент, как будто ты мне не доверяешь. Как своему отцу, Вонг. Тогда послушай отцовский совет. Ты ведь понимаешь, как пойдут дела после этой сделки. Коготь-дракон уже много веков неразрывно связан с Гонконгом, господин Юн. Я надеюсь, вы будете следовать древнему кодексу чести и вести достойное предприятие, которым мы оба сможем гордиться. Давай завяжем с трепом и перейдем к делу. У меня костюм мокнет. Сначала покажи девчонку. Чтоб ты вышиб ей мозги в духе древних достойных традиций. Иногда закон чести требует избавиться от дурной крови. Думаешь, отец Тека с тобой согласится? К счастью, он для нас уже не проблема. Ты говоришь так, будто в этом уверен. Ты же мертв. Ты что, не мог задержать его еще на одну минуту? А ты должен был просто вовремя прийти. Это же простой план. Ваш план провалился, господа. А выигрыш я. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот интересный финал шестой миссии трущобы Кавлуна. Вонг опять остался жив. И даже они убили начальника... Начальника, что я говорю? Главу Золотой Трости.
Какой кошмар. В итоге Вонг убрал всех конкурентов, и теперь он остался жив. И он захватил с собой Тэка, но мы придем за ним. Мы придем. И это будет в 7-й миссии. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. С вами был Гидеон. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте. Всем спасибо и до следующей миссии.